Я первый раз на Диаме. Очень комфортно, все чисто, приятно сесть и доехать до любой точки. Очень тихо, почти не слышно шума колес. И мне кажется, Мэри очень комфортно себя ощущает, как раз таки потому, что ее не пугают шумы. Ну и как велосипедист, все-таки это тоже для меня комфорт, потому что и больше мест для велосипеда. Соответственно, можно уже потом выезжать в парки. Удобно ли с самокатом вам теперь передвигаться? Я работаю сервисом Depot Billet, который обслуживает пригородные поезда. Первое впечатление, когда я на нем еду, очень довольна.